Винтокрылый аппарат впервые совершит полет на другой планете. Весит вертолет примерно 1,8 килограммов и приводится в движение винтами диаметром 1,2 метра. Он подключен к бортовой электросети марсохода и сможет получать от него электроэнергию перед отделением. После отделения от марсохода, вертолет будет вырабатывать электроэнергию сам с помощью солнечной батареи, расположенной над двумя винтами, вращающимися в противоположных направлениях. Вертолет останется в капсуле под днищем марсохода примерно до начала мая, после того, как пройдет всесторонняя проверка систем вертолета в течение 30 дней, планируется провести летные испытания. Марсоход Perseverance массой 1025 кг будет искать признаки прошлой микробной жизни, проводить климатические и геологические измерения, собирать образцы для возвращения на Землю. Эта миссия является частью более крупной программы, которая также включает в себя пилотируемые полеты на Луну к 2024 году, как этап подготовки к исследованию человеком Красной планеты.